У вдовы было две дочери. Мария, старшая из них, была скромной, приветливой и прилежной. А Луиза росла беспомощная, избалованная и ленивой. Но однажды судьба завела их в волшебную страну. Где я? Не понимаю. Тот, кто проявит доброту, будет вознагражден. Как только ты выйдешь через эти ворота, попадешь сразу в свою деревню. И будешь счастлива и богата. А тот, кто не чист сердцем, не получит ничего. Все к тебе вернется. Хорошее, плохое, удача и несчастье. Госпожа Метелица. 30 декабря, 18:30. Премьера на Одесском.